Всем привет, с вами Саша Браун, и сегодня я хочу поговорить о таком продукте, как вот такие всякие блинчики быстрого приготовления. В принципе, по калорийности, опять же, да, не очень много, 200 калорий, 53 грамма, half cup, в контейнере таком вот 6 порций. По углеводам тоже 24 грамма углеводов, это хорошо, 20 грамм белка, это хорошо, 3 грамма жиров, это тоже хорошо. По ингредиентам, в принципе, тоже не очень плохо. Но дело в том, что некоторые ингредиенты, которые сюда добавляются, мне не очень нравятся, как buttermilk, pea protein, то есть это гороховый протеин. Честно говоря, попробовала, мне он, конечно, не подошел. Поэтому, что лучше всего, это мои протеиновые блинчики. Овсянка, белочек. Такой протеинчик, и вот такие получаются блинчики или маффинсы. Зайдите на мой YouTube-канал Саша Брам, посмотрите рецепт. Пока!